Мне говорит одно, а завтра другое. Еще недавно он говорил о симпатии к Захарову, а на следующий день говорил мне о чувствах. Гениально. Все в труселях гоняют. Сереж, ну вот на цене тут. Ты что, Елену Да. А что? Не, нам такие, как Сидоров, не нужны, его поезд ушел. Это точно. Она сейчас задеть или что? Что это было? Это типа она меня так задела? Не знаю, может она пыталась меня как-то задеть? Не знаю, да, не получилось. Кто тебе нравится на проекте? Ну, как сказать, непонятно. А долго ли были вместе за проектом с Сидоровым? В совокупности 5 лет? Да. Когда ногти будешь делать? Надеюсь, скоро, потому что с драками они у меня оторвались. Причем один ноготь, он прям под мясо, и я даже не знаю, как я его буду это наращивать. Возможно, я вообще не буду его закрашивать, пока не заживет. Мне нравится эта пупырка. А. Сейчас. Так, ладно, ребята, пошла я спать. Она врет, она вот. Не спать. Я не вру, нет, я буду спать ложиться. Все еще хочет, чтобы Сидоров ушел? Да. Я не хочу отказываться от своих слов. Адриана мне нравится. Сложно быть человеком после 5 лет отношений. Когда живешь на одном участке, сложно это все наблюдать. Но такова жизнь. Должна я это перебороть. Так, ладно, ребят, я вам, короче, завтра прямой эфир зайду, окей? Пошла я спать. Или, возможно, еще зайду.